Всем привет, здравствуйте, всегда я, Леха, мой ник, все знают, Hardplay. Ну что ж, пан Петушок тут нам бросил вызов, тут рамсы, понимаешь, начинаются жесточайшие. Я, кстати, стримлю вон с пацанами, с девочками, с мальчиками на платформе Vast. Ссылочку, ребят, найдете внизу в описании, обо всех стримах можете узнать в телеграм-канале Hard Insight. Буду вас ждать. Ну что ж, давайте петушка быстренько отчекрыжим, да? Да? Чики-брики, чик-чирик, давай иди сюда, сыночек. Вот он мой. Я у мамы Робин Гуд. Сейчас, а он же не знает, что я херачу там просто як... Давай, давай. У меня там из лука просто прокач такой. Да. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon stop. Of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you would have gotten far if you're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, then release the string. No jerky movements, just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement, the arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, как у тебя дела, сынок? О, плюс стрельба из лука. Не знаю, а зачем ты потратишь время? Как ты меня калишь, сынок? What did you say? What did you say about my man? Brother who was born with a silver spoon in his mouth. You've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself... Давай, на очко твое играем. Если что, отправиться в зрительный зал. Поехали. Very well. If you defeat... Отдам тебе свой лук. У тебя гроши есть? Гроши, сынок, у меня есть. Давай, давай, давай. Давай, сыночек. Что нужно? Просто на скорость стрелять? Что нужно? Как дела у тебя, сынок? Готовь, как говорится, очко с молоду. Что с лицом сына? На хардкоре лук сюда! Теряю сноровку! Как ты там? Биться на мечах на арене, давай. Я тебя и там... Mountain Blade, 25 лет тренировок. Поехали. Обидно, да? Обидно. Обычный кузнец, да? Лук! Лук! Я арирую. Что ты, сына? Куда ты, ёпта? Что такое? Куда ты, сыночек? Что такое? Ой! А что с лицом? Ой, что такое?
О, ой! А что, что такое? Что с лицом? Сынок! Ой! Ой, как пыхтим! Курва! Курва пердоля! А смотри, летит! Оп-оп-оп-оп-оп! Опа, а никак, да? Представляешь, бывает такое, сынок. Ой! Смотри! Оп! А смотри, здесь еще оп! И сюда вот! Оп! Ой-ой, в плечо попал! Обидно! Что такое? Ой, блядь! Нормально, нормально, нормально! На, ёпта! Индюк! На, сразу туда! Волшебная пошла! Что с лицом? Ай, блядь, вот это было больно. Да, нормально, нормально. Хоп! Трика чертей, Миша Боярский, сука! Ай, каналья! Все? А, сосать успел. Ты че, пес со мной? На металлических мечах, что ли, вздумал драться? На, ёпта, вынимай. Куда ты? Блять, вот это было больно. Сука, стамины не хватает. Бля, успел же закрыться. Мразь душит. Сука такая. Что такое? Ага. Что с плечом? Блять, успел он первым. Что такое? Лицо, да, у тебя побито немножко, сынок. Ну ничего, бывает, бывает такое. Что такое? Спам, ёпта, наше все, сука. Там, блядь, доспехи родной, там на твой век хватит. Тебя, блядь, и меч твой отожму, пес. На, ёпта! Куда ты, сынок? Иди, ёпта! Куда лезем? На, нахуй. Что такое? Сюда просто! Соло! Кузнец, просто пана! Куда ты лезешь, сына? Иди уроки учи! Можешь забрать мой лук, я твою сейчас все заберу. Не забудь зайти там. Жене привет и маме. Нах! Блять! Куда ты? Сыночек, и там попустили, и тут попустили. Видел, нет? Да. На хардкоре. Ой. Сразу прям так полегчало, блядь. Сознание чуть не потерял, заорал. Сколько урон? Это деду надо. 327 лук стоит. Вот это я понимаю. Ну, покоцали немножко броню. Ну, ну бывает, ладно, ну ничего страшного. Сейчас пойдем чиниться, вязаться. Очко перематывать, ну ничего. Ну, тут тупо заскамили лук. Лук на 50. Представляешь, лук какой. Нихера себе, это в сочетании получается с хорошими стрелами. Этот лук будет, ну, он просто будет выносить мусор сразу. Ты представляешь, что 72, ёпта, стрела теперь долбит. 72, это не топовая стрела. Это два выстрела, все это от винта сразу. Шо? Аж поесть захотелось от напруги. Ты видел? Нет, просто соло с первого раза затащил. Кренделечек надо съесть. Блять, давление подпрыгнуло.
You better hope his lordship hasn't taken it back. Надеюсь, говорит, чтоб он не обиделся. А не надо было вызывать. You shouldn't have challenged me. Careful. You might be under Sir Radzik's protection. You'd be wise to stay on good terms. Со всеми, говорит, надо ладить. Не, ну здесь он прав. Мне же с собой собачиться не надо. The bailiff's waiting for you there. All right, captain. Не-не, уважение, уважение. Надо... Ребятки, не забывайте проживать, добавлять канал в избранное. Я думаю, все это знают, как делать, как на Твиче. И тем самым радовать меня подписочкой бесплатной. Все, кто хочет, ребят, можете из браузера зайти. Рядом с бесплатной есть платная подписка 100 рублей в месяц. Так что тоже буду вам очень-очень благодарен. Поехали. Ну что ж, отчитаться. Лук отжали, все отжали. Я не могу. Я арьерю просто. Так, ну что ж, я предлагаю. Так, ребятки, мне бы на самом деле подчиниться. Ведь прям вообще бы стоп. Вот здесь, по-моему, кузнец же, да? Давайте-ка мы больше вот эти вот ошибки допускать не будем. Давайте это. Фу, блядь, слушай, ну я прям запотел, ребята. Я отвечаю, я запотел как мог. Просто как мог запотел. Просто прям по максималочке запотел. Так, одну секунду, прежде чем идти и говорить отремонтируй, давайте-ка сами попробуем отремонтироваться. Что это мы? А что это мы? Неправильно говоришь, не на хардкое, а на хардплей. Ну, это уже такая крылатая фраза, согласен. Так, достаем, расчехляем наши наборы бронников. Кузнечку, бронник, все сюда. Все сюда, потому что, ребят, давайте попробуем отремонтировать. Все, что мы сможем, по крайней мере, отремонтировать. Итак, значит, это у нас где-то эти наборы в районе, да, вот здесь. Значит, предлагаю сначала вот так. Ох, ну нормально, ну нормально, нормально, покоцали, хорошо, соглашусь. То есть ремонтировать мы можем абсолютно все. Если эта вещь не сильно разбита. И это важно помнить. Великолепно. Почему-то я просел. Я предлагаю купить набор бронника и набор кузнеца. Как вы считаете? Просто мы, если начнем еще экономить на ремонте, это будет вообще топчик. Меч, ребята, он пока не может ремонтировать. Но пока еще все-таки мы как бы, ну, не настолько с вами жестко. Давайте это назад отправим. А нам бы по шитью определиться на самом-то деле, потому что, ребят, доспехи, это все, конечно, здорово, но тряпки... Секунду, может быть, да, может быть, просто здесь нужно одеть этот меч. Давайте попробуем, давайте поэкспериментируем. Я думаю, что за спрос денег не берут. Так, характеристики. 7-й левел, между прочим, мы получили. Починка, ребята, 4-й левел. Нам осталось совсем немного. Очень мы хорошо идем с вами, прям шикарно, шикарно идем. Так, ну что ж, давайте я послушаю вашего небольшого совета. И все-таки посмотрим, можно ли отремонтировать наш меч. Так, поехали. Нет, и еще раз нет. И, кстати, меч наш, потому что имеет 100%. Именно поэтому меч бы я не трогал. Угу. Так, да, кстати, вот это в лошадь. И вот это в лошадь тоже давайте отправим. Так, я предлагаю у него докупить что-нибудь. Давайте мы вообще, в принципе, посмотрим, что есть. Да, как вы видите, нам, в принципе, ремонт-то не особо и нужен. Нужно разобраться, как нам можно подшиваться самим.
Я не понимаю, как. Как насчет поторговать? Так, он здесь вот очень внимательно. Здесь вот, ребятки, очень внимательно. Учебник по уходу. И мне показано, что у нас его не было, но я сомневаюсь. Но судя по тому, что мы сюда прискакали и мы не изучали, мне так кажется, что все-таки он либо валяется, эта книжка где-то. Ой, я вас умоляю, цена 62, я даже не буду здесь долго вообще размениваться. Да, давайте корзина, мы еще и сейчас заторгуемся. Подождите, да, это, по-моему, первая часть. А уход — это как раз ремонт. Наверное. Сложно мне на самом деле. Сложно мне на самом деле здесь прям утверждать, но все-таки. За 56 уторговали учебник. Мне бы на самом деле куда-нибудь присесть бы на табуреточку и почитать его. Да, кстати, и набор бронника мы с вами забыли. Набор бронника, ребят. По-моему, у него же здесь они и продаются. Вот смотрите, есть малый набор бронника, но я бы взял... то есть вот так вот. Давайте парочку, наверное, ребят, прикупим. Турнир будет завтра. Сутки еще не прошли, наверное. Right, so. We agreed? Well, a little more. Слушайте, прям в пол цены мы сбиваем. Давай попробуем вот так. Right, so. Шикарно. 160, ребят, монет, но мы починим, мы сэкономим просто бешеные деньги на самом деле. Так-с, давайте эти наборы мы сразу же с вами. Лук из вяза мы сейчас продадим. Меня смущает, что на нас какие-то непонятные, мать его, на рукавники. Вообще конкретно прям смущает. Слушай, я прошу прощения, ты случаем их купить не хочешь, а? А то что-то как-то они мне глаза мозолят. Да, хочешь, я так и понял. Слушайте, вот так можно было зафакапить, на самом деле, с наручами. Right, so. 36 монет тоже на дороге, знаете ли, не валяются. Я бы еще сходил бы. У нас же лук теперь новый, понимаете? Наш лук мы можем дропнуть. Ребят, лук очень крутой. Мы взяли лук на 54 урона, это очень много. Насчет поторговать. Я бы тебе продал... Да, прям на 11 единиц. Нет, на 10, прошу прощения, криво считаю. В корзину. Регу на турнир надо понять, где. Еще 20 монет, ребят, с лука выудил. Мне кажется, знаете где? Где-то вот... Ага, а вот она, ребят. Давайте регу бахнем. Боже, я бегать начал. Я забыл уже, когда последний раз я бегал. Привет, ребят, привет. Где-то рега... Стоп. Я не знаю, прокатит или нет, но надеюсь, да. Что бы ты хотел? Я хочу принять участие. Завтра утром, и я с радостью тебя запишу. 60 всего монет. Завтра утром. Спасибо за рейд.
Завтра утром. Отлично. Так, это у нас есть. Лук продали, все продали. Нужно отчитаться перед сотником. Слушайте, ну что, получается турнир. Что если нам к турниру выучить какие-то уже комбины? В принципе, это мы уже с вами знаем, ребят. И сейчас уже их можно юзать, я так думаю. Лев, вот это прям простейшее. Я бы вот это взял. Просто лево-право, тык-тык. Очень простая комбина именно для короткого меча. Мне нравится этот короткий меч. Так, идем отчитаться. Так. Ой-ой, одну секундочку. А может быть, а я вообще не туда пришел? Прошу прощения, завтыкал. Контратаковать проще, и он спамит гораздо быстрее. Я не особо, ребят, люблю длинные эти мечи, потому что, ну, не знаю, не мое просто. Мне удобнее с этим мечом играть. Стоп. Где-то внутри, что ли? Мне бы на самом деле куда-нибудь, ребят, присесть. Что-то типа таверны и зачитать книгу по уходу. А вот где-то... Стоп, может быть вот здесь? Нет. Что-то мне кажется, я не туда пошел. Так, сейчас, одну секундочку. А вот он где-то прямо вот здесь. Угу. Все оказалось намного проще. Кстати, портной. Подождите-ка одну секунду. А может быть, он нас и научит? А что он может нам продать? Подождите. У него же есть какой-то набор или нету? Опа. А вот и добрый вечер. А вот и наборы портного. А вот теперь самый интересный момент. I'd like to discuss... Ни хера ты сразу отказываешься, ты посмотрите на него. Ох ты какой весь бедный и обидчивый-то, а? Ты прикинь, сразу просто взял, отказал. Смотри, Глэк какой. Сразу вообще. Такой ты черт. Окей, на 310. Такой глычина, а. Так. И на самом деле вот эти бабки тоже вложены очень грамотно, я считаю, потому что... Да. Добрый вечер. А это, ребятки, я пока что не могу, блядь, ремонтировать, и мне придется бабок здесь закинуть. Вот это реально грустно. А есть ли, может быть, какая-то пободрее одежа? Слушайте, ну я вообще прям бодро, ребят, заряжен.
Я даже не вижу какой-то, знаете, там, альтернативы хорошей. Всякие модные вот эти вот. Ну, для девчулек такие, знаешь. Я даже ничего лучше не вижу. Вот. Это уже поинтереснее. Но 2000 долларов отдавать за... Ну, если честно, немного сомнительные. Прям конкретно сомнительные вещи. Хорошо. Насчет ремонта, дружочек, давай-ка. В принципе, не так уж и дорого. Вещи сразу же чинятся. Прям 100% сразу нужно чинить после драки. 100%. Да в смысле? Ты чё? Ты реально? Ты какой-то вообще, что ли, блядь, особенный? Чел! В смысле? Let's talk about... Are we agreed? Well, a little... Хорошо, все, давай. Well... Я просто... нафиг от тебя подальше. Он Сережа, он же конченый. Какой-то вообще просто единственный чувак, который так торгуется по-ублюдски. Стой! Стой, 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 вот ты мне и нужен. Стой, 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 тормози, родной. Оп. I'm honored that you should come to me. Прием на службу, конечно. Put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little. And as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. Я так понимаю, это уже первое задание. You can count on me, bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? I have. He trained me, and then Sir Hans Capon challenged me to a duel. I see. Sir Hans Capon likes to measure his strength against others. But be careful, Henry. Noblemen are quick to anger. You don't need that kind of trouble. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Приходи днем. Ярослав, the watchman, Nightingale, they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, в оружейную зайти, да-да-да, мне это обязательно нужно. А, 60 рублей дали. Farewell. От монет. Мально, пацаны, чё? Живём, чё? 60 монет, это, конечно, да. Не, ну а как? А как? Вот так. Между 11 утра и 7 вечера. Это тогда как раз я с утречка... Так. А ну-ка, дайте-ка сюда. Ну-ка, друзья мои. Где-то здесь таверна была. Так, а ну-ка. Я вообще люблю вот здесь книги читать. Дайте-ка мне зачитать. Уж больно книга бодрая. Три часа вообще изи. А книга очень полезная.
уходу за снаряжением. Это шикарная книга, которая сэкономит нам кучу бабла, и стоила она копейки. Починка стала сильнее. Опаца. Добрый вечер. Да. Я там и так нормально вылечил, не надо городить. Так, ну что ж, заступаем на службу. Если что, это пока что вечер. Так, мне куда-то вот сюда. О, соловей. Ночной дозор. This isn't a good time, lad. You'll find me tomorrow afternoon by the church, the lower one. Чего? Заступи. 11 утра и 7 вечера. 11 утра и 7 вечера. Завтра. То есть сейчас я могу спокойно поспать. С утречка записаться на турнир. Без вопросов. Поехали в таверну. Ховая езда еще прокачалась. Когда на турнире забабахаем. Подожди, а здесь? А где же мне поспать-то? Jesus Christ, people. May the Lord watch over you. А, вот он. I'm honored that a knight's. Do you know if there's anyone? Could be. Bertold, our local gamekeeper, was looking for help with something a while back. Ловчий ищет помощь. Ловчему помощь нужна. And another thing, Sir Anish is convening the Rat's Eye tourney again at the Upper Castle. It's always a great. You can still enroll tomorrow if you think you're good enough. У меня тогда единственный вопрос, а где же спать? Подождите, а где моя кровать-то законная? Это что же мне, к мельнику, что ли, скакать? Да ну нахер. Это мне к мельнику скакать? Вот это прикол. Что-то в таверне он не продает комнату. Подождите, это вообще-то верно? Корчма? Так у него, ребят, у него, я что, глаза долблюсь, у него нету... У него нет съема комнат. Короче, нам проще реально до мельника сигануть. Я правда, я не знаю, где здесь съем комнат. Может быть, в верхней? Но дольше здесь будем думать, голову ломать. Хотя, да, блядь, быть такого не может, подождите. Погоди-ка, но нам все равно вот сюда вот нужно, по основному квесту. Что? Да
Да ладно. Тук-тук. Don't think you could just help yourself here. I was told to pick up a kit here. I'd say there's not much room for improvement. You already look as good as any vassal. Если что нужно, бери. Your wish is my command. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all. You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Не, ну, я вам так, ребят, скажу, знаете ли, даренному, как говорится, коню, да, в то самое место не смотрят. Пойдет. Вот так вот я вам скажу. Где там лошадка моя, ну-ка? Комцумир. Что, продадим? Что, плохо, что ли? Ну, за копейки, но продадим. Согласись? Так, ну что ж, а теперь давайте в корчму. И все-таки попробуем как-то, блядь, поспать. Да что-то я как-то не вижу здесь, чтоб можно было поспать. Ребята, от слов совсем. Короче, все, я понял. Я даже не буду испытывать судьбу. Это просто быстрее гораздо вот так вот сделать, и все. Не сбить бы никого только. Да, то есть темно станет и все. Так, встать нам нужно с тобой с утра пораньше. Обязательно с утра пораньше нужно встать, потому что 2 часа у нас кошмаров. Мы об этом прекрасно, ребят, с вами помним. 2 часа кошмарики. Так, сейчас, секунду. Что-то как-то вот так вот я заколдыбенивал. И вот так вот, вот, да. Добрый вечер. Экс. Тук-тук-тук. Тук-тук, говорю. Во. О. Так, ну что ж, давайте мы с вами, наверное, ляжем спать. А вот здесь вот очень важно не проспать. Я думаю, что, наверное, 5 мы спим. Да, энергию все равно мы восстановим. Больше нам сон-то он особо и не тарахтел. Сытость мы сейчас вкинем. Похавать есть. У нас тем более город под жопой. Турнир. Можно записаться. Значит, мы с вами... делаем правильно. С утра пораньше встали, умыли харю, закинули с тобой покушать, вот что мы любим, закинули покушать, и главное успеть записаться на турнир. Как только сейчас запишусь, сразу же нужно будет 2 часа подождать, чтобы штраф спал, потому что на турнир со штрафом идти — это очень плохая идея, абсолютно плохая. А солнце еще даже не встало. Мы теперь стражники, извините, нам теперь просто так попробуй нас останови. Да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, мы теперь с тобой не... Тут это мы вам не там. А там это мы вам не здесь. Угу.
Да, здесь уже прям движняк идет. Полным ходом идет движ. Пермак сразу кидается, ребят. Но я не вижу. Хорошо, давайте я подожду пару часов. Шикарно. А как? Кому? Я прошу прощения, господа. God be with you, lad. What can I do for you? I'd like to enroll in the big tournament. All right. As long as you've got the enrollment stake, Sarnish's rule is every contestant has to put up 60 грошей. Допустим, хорошо. Of course. Платим. Here you are. What's your name? I'm Henry from Scalitz. I'll make a note of that. And что-то маленькое, я волнуюсь. Амуниция моя. Короткий меч и щит. Short sword and shield, definitely. Good. Get yourself ready. Your next in следующий. Ребят, настоящий турнир. The first combatant will be Henry of Scalitz from the company of Sarate Kabla. And his adversary will be Zdeněk, apprentice to the Ratai scribe. Welcome, our warriors. The combatants have entered the arena and the first duel may commence. Our combatants will demonstrate their skills with short sword. Ну что, ребят, пожелайте удачи. Постараюсь не сильно хотя бы обосраться, даже если проиграю. Я понял. Размен, да тварь! Я закрылся, мразь. Закрылся я. Да как я? Вообще просто не вариант. Да не, пацаны, это забейте. Да не, ну это гон, это... Здесь вообще невозможно. Ничего не могу сделать. Он начинает с памяти, все, и... А что я сделаю? Проиграю я, ребят, здесь. Ты посмотри просто, что он творит. Ты хорош, ты чё? Че, берсерк, что ли, ёпта? Да, забей вообще. Я ничего вообще не сделаю. Просто. Минус бабки, минус все. Два удара мне делает, у меня минус все вообще. Минус хп, минус все. Это невозможно выиграть. Вообще без варик. Lords
Вообще абсолютно не расстроен. Здесь невозможно на этом уровне сложности выиграть, я уверен. Вообще не расстроен, абсолютно ничего. Нужно опыта сходиться набрать. На самом деле, в такие моменты нужно идти не расстраиваться, а идти куда? Правильно, тренироваться. Идти тренироваться и дожидаться нашего тренера. И вот как только тренер будет у нас, так, сейчас, секунду, я... А у нас, если я не ошибаюсь, вообще, по-моему, даже и... А за турик вообще, ребят, ничего не снимает. Без варианта, да, первый турик выиграть на хардкоре. Может быть, даже это специальная игра делает, чтобы... Ну, как можно напружнее было. Кстати, полдня сразу отлетело. Слушайте, ну тренера нашего здесь... Нет, он есть. Он есть. Может быть, пройти обучение, наверное, он еще раз нас научит. По идее, мы станем... Там за обучение я очень много сорвал. Куш прям был сорван вообще шикарный. Админы, ребят, проснутся у нас? Нет, наверное, нет. Ну ладно, буду, значит, сам. Так, ладно, хорошо. Здесь надо подумать. Здесь надо подумать, что делать и как вообще быть. То ли здесь на обучение остаться и на следующий день пойти на службу. В принципе, там просто квест висит. Хотя, с другой стороны, наверное, лучше сразу пойти на службу. Да, давайте-ка я вот так вот сделаю. Сюда-то мы в любой момент сможем дойти, а вот на службу опаздывать не очень-то мне и хотелось бы. Здесь типы под комбинами, причем, знаете, в чем прикол? Вот эта комбинация лево-право, тык-тык. Я только начинаю делать, он мне сразу комбину проводит, от которой даже доджа нет. То есть он уворачивается, сразу два удара мне делает. Знаешь, как какой-то, но очень-очень какой-то на берсерка похож, тип. Очень-очень-очень-очень-очень похоже на это. Угу. Так, здесь, я так понимаю, у нас служба. Давайте я предлагаю, прям даже мы вот так вот сделаем. Да, ничего страшного, немножко потратимся, если что, мы наварим. Ну и на этом, ребят, прекрасной ноте заканчиваем серию. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Желаю всем удачи, добра. С вами, как всегда, был я, Леха, и канал Hard Games. Пока-пока. Удачи.